Директор Пятого Треста Борис Медведев, в отношении которого накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств, предназначенных для уплаты налогов», обещал все отдать. Но позже, после того, как продаст пустующие квартиры в элитных новостройках, их у Пятого Треста сейчас на 530 миллионов рублей. Медведев подчеркнул, что он, как застройщик, выполнял свои обязательства, тратил имеющиеся деньги на завершение строительства, видимо, полагая, что налоговая может и подождать. Мы полагаем, что состав преступления отсутствует. Воспрепятствование взысканию налогов строительной компании не осуществлялось. И в ближайшее время мы планируем задолженность перед налоговыми органами погасить в первом полугодии. Напомню, по версии следствия, в 2016 году Медведев, зная о том, что налоговая готовится списать с его счетов недоимку на сумму почти 30 миллионов рублей, производил расчеты с контрагентами, используя расчетные счета другой организации, сокрыв тем самым почти 16 миллионов рублей. К слову, на данный момент у Пятого Треста не исполнены обязательства перед почти двумя сотнями дольщиков.